Самое простое в поддержании здоровья – это использовать тело. Если вы в полной мере используете тело, у него есть все, чтобы создать для себя здоровье. Проще говоря, вы тренируете свое тело. Если вы сделаете вот так, 1000 раз в день, просто делайте вот так 1000 раз в день, и через месяц проверьте, как хорошо заработает ваша рука. Если вы сделаете это с вашим мозгом, то через месяц он будет работать замечательно. Если вы сделаете это со своим сердцем, оно будет работать замечательно. Если вы сделаете это со своими жизненными энергиями, они будут работать замечательно. Когда все эти три вещи работают хорошо, это и есть здоровье. Поэтому вам просто нужно использовать свое тело, голову и энергии. Если эти три вещи хорошо натренированы и сбалансированы, вы будете здоровы.